не поспеет хорошо. С тобой, это будет полный бред. Это она. Это было быстро. Майнивны с вами, всем привет. И сегодня с реакцией на Джохана, называется видос «Что лишнее? 2 тирдаун». Давайте же посмотрим, будет интересно. Смотри, вопрос. Мармоком, конечно. Уточняющий вопрос по твоему челленджу. Какой? Можно все сначала? Я все про... Небольшой уточняющий вопросик. Повторяю для моего немножечко заторможенного друга и вас, господа. Это еще одна серия по той самой мини-игре, которую я записывал с Данилом. Ну а теперь вкратце о правилах. Мы должны спрятать друг от друга один предмет так, чтобы оппонент не смог его найти за 5 минут. Важно, чтобы предмет находился в таком месте, где его можно коснуться. После каждого раунда мы меняемся сторонами. Дается одно право на ошибку и один наводящий вопрос в каждом раунде. И очень важно, чтобы паки с предметами у нас совпадали, иначе мы не будем видеть предмет. Вроде все объяснил понятно, надеюсь, вы умеете быстро воспринимать информацию. Бот. Ну, мы помним, помним. Есть. Потому что у нас было смешно. Я, короче, буду говорить, если нет. Buildings. Buildings. Я сказал, я буду говорить, если этого нет. А, извини, я тупой. Я же объяснил тебе до этого, когда-то, лет 5 назад. Car. А. Вспомнил. Tables. Есть. Tank. Нет. Toglate. Неважно, да. Я что есть? Я думаю, я не забуду. Так. О. А ты где, блядь? Отправил. Полетел в космос. Я сейчас вернусь. Я вспомнил. Тебе же нужно дать время для того, чтобы ты смог оценить карту, посмотреть, что и как. И... Да не, забей. Не-не-не, это важно. Это важно. Нет, это важно. Ты выбрал очень интересную карту, на которой все объекты чужеродные будут сильно отличаться. Поэтому я буду стараться их интегрировать крайне, да, крайне да. органично. Возьми свои слова обратно. Привет, Сири. Привет, Сири. Здорово. Поставь таймер на 5 минут. Поехали! Надо сначала понять вообще хотя бы... Ой, летать нельзя, я думаю, это слишком быстро. Ну да, летать нельзя, конечно. Это я еще и не поспею хорошо. С тобой. Это будет полный бред. Это она. А. Это было быстро. Привет, Сири. Закажи... Я не слышал тебя в последнее время, значит, ты прилетел издалека, пришел. Ты спрашивал про пропсы, вероятнее всего, ты использовал что-то из пропсов. Они, наверное, будут какой-то маленький объект, я полагаю. Скорее всего, это будет что-то небольшое, что будет довольно тяжело заметить. Я помню, все коробки я посчитал. Я помню, сколько их на этой карте. Сумасшедший человек. Так, подожди, я смотрю всякие самые закуточки. Ну ты, нет, ты же думаешь, что я... Думаешь, я валенок. Ты будешь располагать это на таком очевидном месте. Это что? Это оскорбительно для меня. Я знаю, что ты... Оскорбительно звучит. Хорошо, я воспользуюсь первым вопросом. Почему бы не пользоваться сразу? Какого цвета этот предмет? Ух ты, ни хрена себе. Придумал себе правила. Я же тебе сказал такие... Скажем так, я же не... Это слишком жирная подсказка будет. Но она одна на всю мою игру. Ладно, не говори, стой. Хорошо, я быстро посмотрю еще, а потом на последних минутах спрошу у тебя. Тут не так много цветов просто на этой карте. Хорошо. Ну да. Серый, синий, белый и красный по бою. Ты красный в последнюю очередь, так. Потому что его меньше всего, так, я не так, подумал так, о нем так, в первую так, очередь, так, это так, все так, логично. Так, так, так. Ладно, давай так, когда у тебя останется последняя минута, я дам тебе название цвета. Я тебе спрошу, когда я захочу, и ты не будешь ставить мне указания. Я могу хоть час, но я просто не хочу. Я просто хочу по-мужски пока поступить. Слушай, на самом деле иди нахуй, красного цвета, понял бы? Давай ищи, гон... А я знал, что она красного, а я знал, что она красного, а я знал. Так, надо отбросить. Хорошо, я знаю точно, я как бык, Я как бык должен идти и смотреть. А вагнутый шитель там был? Не, ну это три штуки, ты должен только одну спамить. Ты же не мог поставить три такие хуйни, правильно? Нет, не мог. Надо было всего какие? Одну. Какие? Вот такие вот три штуки ты же не мог поставить, вот такие три ты не мог поставить, потому что, нет, там еще нет. Это все нет. В порядке, не-не-не. Не, одну, естественно. Одну. Огнетушитель красного цвета, не-не-не, какая-то, что-то в этом, блядь, было. Что вот, там? Красный. 50 секунд! Прошло или осталось? Прошло. Прошло. На самом деле очень мало. Не-не-не, погоди, точно 50 секунд прошло? Да? Красный, у меня же даже цвет есть! Да. Та-да-да-да! 50 секунд осталось, я так и знал! Ах, как быстро с тобой время летит. Показать тебе этот предмет. А ну, что ж там было? И как к нему попасть. Ты вот так вот идешь.
Ну, блядь, ну они такие все одинаковые, блядь. Это я думал, разве моя проблема? Ну, я думал, ты нихуя себе, ты, конечно... Я все понял. Хорош. Не, ну Марвок хорош. Ой, а я подумал сразу, как можно сделать красиво. Что, она? Я хотел дерзко повернуться к тебе, чтобы послать... Это хуйня опередила. Ну, короче, все, хорошо, я понял. Ну, заебись. Это прикольная тема, реально можно такое поиграть даже самому. Ну, сейчас-то точно ты не сможешь найти. А, он снаружи или в помещении? В помещении. Хорошо. Неплохо спасибо. Ты сузил круг, конечно. Это маленький предмет, скажи мне честно. Ну, смотря для кого. Для лилипута большой. Для человека. Слушай, что за гал? А? Что за... Тебя мордой тыкнуть в это, а? Что за... Мне нравится, что идет время, а я не отвечаю. Это не он. Эй, это не оно? Нет. Блядь! Что ж я ж такой уверен? Ты же творишь, блядь! Как мне нравится, что ты каждый раз не обращаешь внимания на этот предмет и игнорируешь его. Ну, в смысле, ты здесь как будто бы что-то спрятал, потому что ты здесь больше всего паникуешь. Больше всего я здесь активный. Ну, можно сказать и так. 5 секунд. В этой комнате предмет. 4, 3, 2, 1. Ну, слушай, а очень грамотно получается спрятать. Спасибо. С чем я тебя и поздравляю, га... Ты что? Ну, давай. Ну, хотя бы скажи, что это. Хорошо, давай. В этой комнате, в этом помещении. Ну, слушай, ну как? Есть пропс на еще один автомат? Нет. Не говори, что ты этого не видишь, я перестану с тобой гордиться. Ты видишь эту урну? Ты про... На бля! Да. Я думал, все нормально. Попробуйте угадать игру на экране, да? Assassin's Creed угадал. Автор покушает, это хорошо. Вот этот автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Во-первых, я заспавню себе френда. Ну-ка, покажи его. С кайфом. Это Фрог Пэт, он за мной ходит, смотри. Да? Видишь, конечно. А как долго он будет за тобой ходить, если... Не-н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 е-
Положи. Как быстро его бросить? Просто положи. Положи его, отпусти. Просто отпусти. Где он? Я его положил очень быстро. Хорошо, что у меня есть запасной. Не, ну я все сделал. Хотя, по-моему, у меня дежавю. Но в этот раз точно. Привет, Сири. Поставь таймер на 5 минут. Будильник. Окей. А где мой друг, лягушка? Я потерял ее что-то. А, где-то ходит, ползает где-то. Ходит где-то. Вот он. Вот мой друг. Предательский рядом с твоим предметом, да? Нет. Почему? Почему так думаешь? С чего ты взял? Ну, не знаю. А вдруг, прикинь, твоя жаба просто предала бы тебя. А где она, кстати? И мне некогда искать жабу. Да. Да что, она там? Я нашел, да, ее. Да, я уже и понял, что-то где-то больше тут, нежели там. А что, если опять этого не вижу, блин? Да нет, с ума. Да нет, нет. Ты меня с ума сводишь. Нет, они есть, он точно есть. Мы накачали все, что надо. Но я знаю, что я так, блядь, я спрятал. Что же он заныкал? Спрятал очень большой предмет. Большой предмет. А вон коробка огромная, не она? Меня смущает, потому что... Слушай, скорее всего, я его не вижу. Я почти уверен. Я уверен, что ты видишь его. И все эти ящики есть. Это есть, это есть, это есть. Это есть, винты имеется в виду. Две канистры, они есть. Две этот канистры. Ящик есть. Этот бокс есть. Какой бокс вот есть? Эти... Вот этот бокс? А он точно был, да, здесь? Да, он есть. Конечно, есть. Хорошо. Почти. С гордостью уверен. Скажу, что время... Неужели реально он опять его не видит? Ну, покажи мне этот предмет. Вот он. Смотрю на него. Какой? Какой? Подними его.
Я его не вижу. Как? Психичка. Так. Ладно, я его видел. Блять. Кстати, чтобы ты понимал, я лягушки ебал. Переиграл, хорош. Сказал про это. Я помню, что я ее искал. Я подошел ей к ванной, хлеборезку разнес. Так она стояла около шкафа, недалеко прыгала, тварина кончена. 5 минут. Поехали. 5 минут позора. Слушай, на самом деле ты здесь очутился очень не по правилам, потому что у тебя здесь нет лестницы по-нормальному сюда забраться. Ты сократился очень сильно. Ладно, мне... Ты все равно дольше 5 минут. Господи, хорошо, внимательно. Здесь все это было, все четко. Иду прям вот четко раскинусь, типа вот... так, вот это... Тебе пишут мне в Телеграме, блядь, это квадратный ящик, это было. Говно. Право на один вопрос, не забывай. Давай, вопрос, хорошо, задай вопрос. Спроси, типа, примерно, где он. Да, скажи мне, плент это или где, на улице, где, куда? Это... Блин, а сложно ответить. Это... Быстрее отвечай! Верхний уровень. Ну, он, скажем так, под крышей, но у входа. Это очень жирная подсказка. Под крышей. Под крышей. Но не совсем открыто. Освещение? Красивые лампы, никогда их не видел. Ты спросил у меня здесь, когда я был. Скажем так, ты там был. Я понимаю. Ага. Да, дверь сломал. Примерно назад. Минуту назад. Он стену дверью сломал. Минуту назад. Минуту, я был... Сколько у тебя времени? Я под самый конец дам тебе жирную подсказку. Ну там на этой, какой-то на бочке была какая-то штука. Читер, блядь. Под крышей, но у входа. Минуту назад был примерно здесь. Примерно здесь был, примерно здесь. Короче, там, где ты смотрел на лампы. Но нельзя его укрепить сейчас. Нельзя. Там была на штуке какая-то. Да, блядь. Под крышей, но у входа. Слева, слева. Вон, вот эта штука, разделочная доска, ее же не было, вот эта разделочная доска. Крышей, но... деревяшка! Деревяшка! Ладно, это очень вялая победа, но победа. 6 секунд оставалось, блядь! Что я... Да, это очень вялая победа. Не, чувак, я просто уверен. Я не знаю, я в себе как никогда сейчас уверен. Я еще знаю, что я гений. Непризнанный. Ты гений, блядь, ты таймер поставил. Привет, Сири. Я буду говорить, сколько у тебя времени. Еще целых 4 минуты, господи боже. Хорошо. Так, это белая. Она была среди всех, а желтая это 3. Так и должно быть 3. Всегда здесь было 3. Что за лестница? Что, дебил? Тупица, она. Слушай, я только говно. Что увидел ее сбоку, блядь. Она не так выглядела. Она не так выглядела. С вот этого ракурса, какой же я тупой, блядь. Вот с такого ракурса она выглядела. Я себе очень уверен, я гений. Да посмотри, просто... Да я не знаю, что у нас сбоку не приклеена. Похрень ты лестница. Да, блядь, да иди нахуй, я такой конченый. Я ведь, блядь, прислонил ее внутрь, вот туда. А чё она выперлась-то? Ну ты бы не спалил, если бы она была внутрь. Непризнанный, блядь, кусок паштета. Блядь, оскорбление. Никаких соплей. На этом все, я пошел отдыхать, всем пока. Ладно, просто энимис, монстр. Это же... Ой-ой-ой, а чё он такой дерзкий? Ой, 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 не, 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 Аркаша, у меня просьба, перезапусти карту быстро, пожалуйста. Почему? Да я просто с предметом какая-то зашла и. Да в общем-то я не против, у меня тут тоже проблема. Ага. Меня какой-то монстр за шею держал. Нормально, нормально. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Джохана обязательно. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся реакции. А так всем удачки, всем пока.